Сегодня хамельчанам пропоновали попробовать стравы полевой кухни. Под открытым небом на улице Ланге прошел кулинарный фестиваль. Одразу несколько полевых кухней запросили на обед всех жадающих. Кухары и реконструкторы сготовали солдатские стравы по рецептуре, наближенной до рациону бойцов Червоной армии. Что сегодня в меню? Супер лов с грибами, каша гречневая с тушенкой. Хлебушек. Было и первое, и другое, и третье. Каждая кухня представила свое особое меню. Однако все стравы без выключения сытные и смачные. Вкусно, ребят. Да, точно. Да. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Параллельно с кулинарным фестивалем проходила выстава военной техники и узброения. Повиншовать город со святом приехал и узорно-показальный оркестр Узброенных сил Беларуси.